Запись пошла? Вот. Пошла. Убираем правую ногу вперед. Тяга пошла. О боже. Куда машина? Ага. Сейчас минутка готова. Серега, болезнь. Все, все, не пытайся. Машина вообще не есть. Можно, можно расслабиться. Я думаю, ага. Может, часы снять не надо? Не, упадут. Правую ножку вперед. Правую. 20. Так. 40. Ой-ой. 60. Я тоже выпираюсь. 80. Побежали. Натягивается. Поля, высота. А потом нас отпустят. Да. Обама, это, наверное, будет страшно. Сердцо. Сколько метров? Метров 400, наверное. О, боже! Еще, еще чуть-чуть. То есть стандарт мы уже прошли. Что-что? Стандарт прошли. Да, стандарт уже прошли. А машина будет ехать до проводов. До проводов? А где? Видишь, скот стоит возле деревьев. Ага. До развилки? Да. Не до вот этой, которая сейчас будет справа. А, еще дальше? А следующую, да. Ну, прилично еще. Пока можно расслабиться. Да. Нет, я не хочу. Тут красиво, если посмотреть. Вот такой коврик, я не знаю, смогу ли я развернуть камеру. А, возможно. Все равно там полетаем еще. Сейчас метров 500, да. Уже 500 метров. Да. Я не скром. Так, где наша машинка? И еще прилично. Кажется, начинают ноги трястись. Болел корову. Коровы? А там вот маленькие-маленькие коровки. Но не очень маленькие. Легче.
все. Все? Все, мы отцепились. О, так полегче. А мы висим, да? Не, вот сейчас мы с тем, что мы ехали. Конечно. Пока висим. А ты силен в этих ветрах, роторы, все дела? Есть какие-то познания, то есть практически. Ты сейчас спиральку будешь делать? Нет, сейчас нет. Повешу, подвеску настрою. Ага. Вот, можно посмотреть на наше прекрасное крыло. Видишь, там кексики нарисованы. Кексики. Я не вижу, не хочу поднимать голову, у меня шлем немножко. Назад уходит. Ну, мы съедем. Смотри, вот эти ладушки подтягиваются за себя. Ага. Во, да, поудобнее. Удобно. Сижу как в кресле. Ну, ребята. Блин! Ой, мама! О, боже! Блин, у меня слезы! Ой, ой-ой-ой-ой! Кажется, мне нужно будет подготовиться к роуп-джампингу. Ребята, если вы не готовы, не нужно этого делать. Где наши коровки? Вот такой красивый вид. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чувствовал. О боже. Капец. Ну, вот так вот вспоминаете всю свою жизнь. Ну, так уже покрасивее. Делаешь на какой-то определенной высоте, да? Нет? Была этого выхода, спирали, допустим, просто метров 30. Угу. Я рассчитываю. Ну, как бы, крутиться нежелательно уже ниже 150 метров. Это мы уже 150, да? Где-то так, ребят. И машинка возвращается. Потоки еще. А? Восходящие потоки еще. Восходящие? Да. То есть мы еще на верхней? Ну, как бы сейчас не знаю. Но... Ага. А да, на вниз есть. Когда смотрю, да. Вот, что? Скорость подъема, скорость снижения. У вас такого нету? Не, ну так приносит. Прикольно. Второй раз уже, наверное, не так будет. Или все равно? Ну. Да. Сколько раз ты прыгал? 8. 8? Совсем другой вид. А все будет желтенькое такое, да. Красивенькое. А зимой вы не летаете? Красивый лес такой, хочется почухать. Коврик. Густой. Thank you.
так вот выглядят мои ноги. Так, мы уже идем на приземление. Где наши машинки? А. По-моему, мы... А, нет, не на одном месте виснем. Бывало такое, что в лес? Слава тебе, Господи. Страшно, честно. Но тебе лучше не пробовать. Вот машинки, возвращаемся. Так, готовимся к приземлению. Две ножки вместе сохнутые. Две ножки вместе. Согнутые в коленях. Мы приземляемся. Не нужно убрать руки? Нет. Нет. Хорошо. Идем на приземление. Еще чуть-чуть. 2 метра. 1 метр. Оп! Ну, бывает. Можно рубить. Это нормально. Не-не, погоди, я сейчас тебя отстегну. Окей. Ну, можно пока отдохнуть. Опа, давай. Так, улыбочку на камеру. Улыбочку. Подожди.